Доброго времени суток, подписчики и зрители моего канала. Рад вас всех здесь видеть, и этот ролик, как вы поняли по превью, будет посвящен Шторме и Гауссу. Если конкретнее говорить, то в самом видео я постараюсь кратко объяснить, что к чему. Получается, можно получить бесплатно Шторму, что за чертежи, что за талоны и так далее. Все, как мы знаем, а именно кто читал патчноут, в нынешнем Battle Pass появилась возможность заполучить Альбатрос Штурмовик на халяву. Опять же, ну, как на халяву? Платить придется, но платить мы будем временем, нервами и остальными жизненно важными ресурсами для игры в эту замечательную игру. Получается, чтобы заполучить Гаусс или Шторму, нужно накопить в общей сумме 8000 талонов и купить эти самые чертежи. И пушка, и броня сразу у вас идут как персональные предметы, то есть у вас не получится их продать или еще что с ними сделать. Талоны же мы получаем с Battle Pass. В Battle Pass есть ларцы и просто есть эти талончики. С ларцов в общей сумме мы гарантом можем получить 300 талонов, и если вам повезет, еще плюс 50 или плюс 100 талончиков. Тут стоит немного остановиться и посмотреть на данный ассортимент коммерса. По сути своей, все, что мы здесь видим, это ну, полный шлак. Я не знаю, кому прям сильно захочется купить всю себе ветеранскую броню, ножи, никакущие пушки, ну или чертежи из кейсов. На фоне всего этого единственная цена варианта покупки здесь только чертежи Штурмы, ну или Гаусса. Опять же, тут на вкус и цвет. Так что лично я не рекомендовал бы вам тратить талоны на всякий шлак, а накопить их уже и приобрести Штурму слэш Гаусс. Сам же фарм Штурмы будет идти около года. Понимаю, что это долго и достаточно будет тяжело в каких-то моментах, но это того стоит, а время пролетит и вы даже не заметите. Не поддавайтесь соблазну и не покупайте весь этот шир по снаряге. Хотите купить кейсы, но опять же, а зачем? Ну, с них вы получите деньги и мизерный шанс, что вам выпадут все части на мастерские пушки. Опять же, нужен ли вам танк, ССР, XM и так далее, когда вы можете получить Штурму или Гаусс? Тут, ну, хз, типа, ну. Вот такие пироги получаются. Так что да, копите талоны, они никуда у вас не пропадут после окончания Battle Pass, с ними все будет хорошо, так что можете за это не переживать. Копите, покупайте чертежи и просто старайтесь получать удовольствие. На этом у меня все. Надеюсь, видео было для вас более-менее полезным. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.